Привет, наши дорогие, с вами Кононова Аня. Вот такой вот обзорчик школьной одежды. Вика, скажи привет. Да, привет. Да, это у нас блузочка. Таких мы к школе заказали несколько штучек. Получается артикул 527-294. Цвет белый, размер 140, 95% хлопок, 5% эластан. Тут у нас такой вот красный бантик красивый. Ткань очень натуральная. Если посмотреть по маечке, то вот таким вот образом она просвечивает. Очень даже не сильно, да, легонечко-легонечко. А края изделия выполнены тоже такими рюшечками. В общем, хорошенькая штучка. Мягкая такая, приятная. Далее нам уже Лариса помогает. Катюшка тут, бабуля, все собрались. А это идет у нас блузочка с артикулом 527-429. Размер 140. Она идет 100% хлопок, поэтому ее нужно будет погладить. А цвет у нее получается светло-розовый. Ну что, как я вижу, все как раз. Я думала, нам вот великовато. Но она, видите, такая вот простая-простая, ко всему подойдет. Очень аккуратно. Ой, Вика, красавица! Ой, Вика, красавица! Боже мой, недавно был 116, ребят. Уже 140-й. Кошмар, как дети быстро растут. Да, давай мы тебя крупно покажем. Давай, посмотри на маму. Вот так вот. Вот так вот. Красотка. Вик, ой, иди-ка покажись. Какая ты ляля красивая. Иди-ка посмотри в зеркало. Или покружись. Покружись. Ой, умница. Тоже вся такая натуральненькая, клевенькая. Значит, это у нас идет цвет белый, размер 140, 95 хлопок, 5 эластан, артикул 527-483. Боже мой, Вика. Какая ты умница. Так, значит, вот таких вот я заказала 3 штучки, да, с артикулом 527-294. Таких у меня 3, да, которые мы вам показывали. Так, сейчас Викуля примеряет пиджак, тоже 140-й. Умница и красавица девочка. Так, тут у нас не очень ровно. Покажи маме карманы. Карманы. Так, тут ниточка просто можно обрезать. В принципе, великолепно. Вот рукавчик, я думаю, чуть-чуть подогнуть. Ребят, 300 рублей сейчас. Вот я его взяла за 300 рублей. Обалденно. Папуля уже тут пришел. Ой, какая красавица. А Вик, а что у тебя на кармане на груди? А что на кармане на груди? Где на груди карман? Вот такой карман с такой штучкой красивой, да? Шоколад. Сейчас дадим тебе шоколад. Наш Фаберлик, она любит кушать. Так, следующее платье. Да, еще бы покружиться. Да, слегка, ребят, великовато. Мне кажется, такая ерунда. Я не буду на возврат отправлять, потому что чуть-чуть великовато. И мне кажется, что с этим проблем у нас точно не будет никаких. Да, пап? Мне кажется, отлично. Все хорошо, да? Тоже 140-й размер. Если блузка 140 нам прям как раз, то это слегка великовато. Поэтому вы можете своим деткам на размер меньше взять. Так, следующее платье. Тоже 140-й размер, вернее ростовка, артикул 527-240. А, забыла сказать вам, что у платья, так, ребята, постойте по-хорошему, да, вот у обоих, вот до сюда вот такая вот молния, что у серого, что у красного платья. Вика, встань красиво, покружись нам, еще покружись. Да, ой, стесняка, ой, стесняка. А как она себя любит потом на Ютубе пересматривать, ну это вообще. Ой, стесняка. Вик, ну что, говори всем пока. Пока. Громко говори. Пока. Что ж, дошла очередь и до меня, наконец-то. Да, Викуля давно не снимала одежду, капризничала, не особо-то и хотела. Что ж, смотрите, ребята, основная коллекция Glam Team, к сожалению, задерживается. И мы пока ее не можем снять, так как ее нет в наличии ни для VIP-ов, ни для кого. Мне идет еще 4 блузки, а пока что я вам просто сниму футболочки. Итак, на мне сейчас легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины, размер 52. Он, как вы видите, идет оверсайз, рукава свободны, все свободно.
с нашим логотипом Glam Team. Это лимитированная коллекция. Она не будет на постоянной основе, как я поняла, от Андрея Бурматикова выпускаться. Но посмотрите, какая она яркая, какая она клевая. Мне очень-очень понравилась. Итак, значит, артикул 530-077. Цвет черный и вот такой вот классный поцелуйчик. Этот поцелуйчик, это чем-то покрашено, это сверху краска. Я пока что не знаю, как оно будет истирываться, не будет оно истирываться, я пока не знаю. Вот, поэтому тут ничего сказать не могу, только-только надела. Ткань тянется хорошо, отлично. Если вам не хочется, чтобы вот так вот, да, оно висело, было таким вот прям свободным-свободным, то вам обязательно нужно взять просто на размер меньше своего. И тогда оно у вас вот таким образом оверсайз не будет. Следующая футболочка – это легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 530-061, тоже размер 52, тоже 100% хлопок. Такая вот обычная, такая вот интересная, очень такая. Рисунок тоже покрыт сверху, если честно, то вот тут, конечно, есть сомнения, надолго ли его хватит, но я думаю, что надолго. Вот. Потому что качественный такой рисуночек, но он прям сверху-сверху идет, да, то есть вот тут видите, все беленькое, тут такие вот блесточки. Я даже не знаю, что это такое, одуванчики, цветочки, что-то вот, какие-то цветочки. Сейчас на маме. Легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 530-053. Рисуночек, как вы видите, только спереди. Мне нравится, мне кажется, что маме идет. Мам, как тебе? Хорошо, красиво. Угу. И, кстати, вот то, что оно свободно, скрадывает, да, все рельефы. Вот у меня тоже вот тут вот рельефы вылазят, и я так надела, вроде бы и ничего и не видно. Да, так, на мне сейчас легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Точь-в-точь такой же, как черный, только белый, тоже с поцелуйчиком, Glam Team. Гламурное время, да, переводится? Нет, Team — это команда. А, гламурная команда. Time — время. А, Time — время. Вот немец, я и в Африке немец. Так, артикул 530-073, размер 52, также 100% хлопок. Розовая приятная такая вот футболочка, точно такая же Glam Team. Артикул 530-081, размер 52, 100% хлопок. Так, сейчас вот на маме, она берет себе, кстати, и с зелеными цветами футболочку, и эту, потому что хорошо смотрится. Артикул 530-049, легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Размер 52, 100% хлопок. Очень мне нравится вот такой неординарный рисуночек, если честно, потому что он как-то вот квадратик, тут в прямоугольнике, выходит вот этот рисунок за пределы. В общем, здорово сделано, вообще прям со вкусом. Мне вот такие рисуночки неординарные очень даже нравятся. Вот, особо нет никаких надписей. Perfectly imperfect. Perfectly imperfect. И? Ну, это переводится как-то вот perfect — это прекрасно. То есть она говорит прекрасно, что я прекрасна. Perfectly imperfect. Все, мамуля, освобождаю тебя от съемочек. Так, значит, легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом, артикул 530-057, а цвет черный, размер 52, 100% хлопок. Рисунок тоже мне безумно понравился, тоже классный. Ну, это все вот какая-то такая вот клевенчатая, какое-то такое вот напыление. Вот, тоже такой прикольный. В общем-то, черных футболок у меня нету, если честно, вообще нету, поэтому... Я даже как-то рада, что у меня есть черные футболки теперь. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Комнова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео я вам рассказала все, что мне досталось на данный момент. Я все еще буду заказывать. И все, что мне пришло, все на мне, все показали, все рассказали. Мы не ленивые, просто идет задержка. Хорошая такая задержка. Всем пока-пока-пока.